Краф Владимирской области, Иванище, Эвис Иванище, Ютекс Камешково, 1-6, разгром. Вот с нами Андрей Зинович, забил 2 гола, претендент на лучшего игрока матча. Андрей, как игру оцениваешь? Ну, игру оцениваю, конечно, положительно. Жалко, что забили не все свои моменты. У меня, в частности, был момент, конечно, промазал я с очень убойной позиции. Зато забил 2 из другой, более невыгодной, так скажем. Ну, в принципе, конечно, думаю, все довольны, что сегодня выиграли. Как оцениваешь стартовые игры сезона? Вот ничья с УНИЗЖ, с гвардейцем, 2 победы над дебютантами, да, вот как вообще команда ход набрала? Ну, я считаю, что по сравнению с сильным чемпионатом области, конечно, который мы полностью провалили, что собрались, как бы сейчас в команде царит хороший климат, очень хороший микроклимат. Желательно, конечно, его держать. И за счет этого, я думаю, что мы очень сильно прибавили, потому что мы сплотились, стали, вообще не стало другой совсем в команде. Вообще, ну, то есть сейчас очень все хорошо, как бы. Поэтому и результат соответствующий. На зимнем чемпионате Владимирской области Камешковский Ютекс много забивал, много пропускал. Сейчас удалось ли наладить игру в обороне? Как считаешь? Ну, в какой-то степени, да. Как бы даже и по играм, по результатам это видно. То есть даже от них ЗЖ пропустили 2 всего гола. А зимой мы пропустили 6 от них. Поэтому я думаю, что прогресс определенный есть, я думаю, в обороне. Да и не только в обороне, в принципе, в атаке у нас все наладилось. Первые игры сезона вы начинали играть в 3 центральных защитника. Насколько это новая для тебя схема, или это новый опыт, или уже знакомая схема? Ну, в том году мы тоже частенько в эту схему играли, как бы, просто, можно сказать, просто сыгрались. Больше сыгранности стало у нас, больше взаимопонимания. Поэтому стали, опять же, меньше пропускать и хорошо в контратаку выходим. Я думаю, что это результат всей команды. И тренер тоже, в частности, тренер направляет нас, подсказывает, как правильно действовать. Вы хорошо начали, в принципе, почти в каждой игре набираете очки, максимальное количество очков. А какая цель поставлена перед командой в этом сезоне? Ну, цель-то осторожная, как бы, то есть никто таких там громких вызовов нам не ставит. Ну, я думаю, что 5, если мы будем, я думаю, это будет положительный результат, как бы достойный, так скажем. Как насчет твоей личной цели? Ну, как всегда, хочется, конечно, бороться за самые высокие места. То есть это даже несомненно, искать никто не будет. То есть, если ты не хочешь выигрывать и побеждать, тогда незачем вообще на поле выходить, как бы. То есть, как бы сам, конечно, побежать в каждом матче хочется. То есть никто не хочет проигрывать никогда. Никому не интересно. Прошлую игру вы провели на кубок в Коврове. В принципе, такой рваный темп получается, да, не игра в день, а в неделю, а уже по 2 игры в неделю. Какой чемпионат или кубок, что вы ставите в приоритет? Ну, конечно, чемпионат. Это более, как сказать, популярный, что ли, более солидный такой турнир. Кубок все-таки, то есть, более такой. И на кубок, опять же, не все могут собраться, все-таки игры в будние дни, то есть, не все могут приехать на кубок. Ну, конечно, чемпионат это более важный. Для нас. По сегодняшней игре чем-то удивил Эвис? Как впечатление о команде? Ну, неплохая команда, как бы крепкая, в принципе. Просто у нас просто пошла игра, у нас вот забили гол, и у нас как бы один за одним. Ну, просто как бы у нас просто сегодня игра пошла, у нас все получилось, как бы. То есть, ребята молодцы, старались, бились. Хороший соперник. До сегодняшнего дня приходилось ли играть в Иванище? Нет, первый раз я играю. Я вообще в футбол как бы играю только третий сезон. Я раньше бегал с легкой атлетикой, поэтому так сейчас в футбол. Как тебе полянка? Да, в принципе, неплохое поле, я скажу. Очень даже комфортно. И мяч низом стелится, хорошее поле, как бы, в принципе. То есть. И еще вопросик про стадион, завершающий, наверное. Какая арена для тебя наиболее любима, скажем так, Муром, Владимир, Камешки? Нет, ну, конечно, если в Муром играть, на Лосево, там понятно, там сейчас, наверное, таких полей-то даже не то, что в области. В зоне центра-то нет, во второй лиге таких полей-то нет. Даже профессиональные футболисты приезжали, говорят, что таких полей даже на Казанке нет, то есть на малоспортивной линии, в Локомотиве, кто что говорит. А так, если брать вот в нашей области, в принципе, то вот это, в принципе, поле неплохое. Так скажем, ну, то есть оно, конечно, не прям ровное, то есть оно волнами, но зато, то есть мячик стелится, трава очень плотная, газон очень плотный, хороший, то есть, в принципе, это, да, у нас поле нормальное, когда, то есть оно, после дождя, у нас тоже очень приличные поляны, как бы. А так вот вспомнить, у Грани, в Гусе неплохое поле, это с натуральных. Ну, а так искусственный, на искусственных, конечно, там другой футбол, намного быстрее, как бы, то есть там уже индивидуальное мастерство более очевидно, чем вот на таких полях.
Сегодня забил два мяча, это лучший матч в карьере твоей Камешковской. Ну, если судить по мячам, то как бы да, два мяча-то я ни разу не забивал. В том году я просто с пенальти забивал, потому что пенальтистом был штатным. А так ты с игры-то два ни разу не забивал. Ну, можно сказать, что так, наверное, не знаю. А, еще такой вопросик. Ты, футболист, наверное, наиболее универсальный в Камешках, играл практически на всех позициях, наверное, кроме нападения. Кроме вратаря и нападения, это точно, да. Как вот себя идентифицировать? Да больше крайний, конечно. Крайний защитник, полузащитник, крайний. Ну, вот 5 защитников, мне кажется, это для меня вот самые схемы, которые наибольше не подходят. Там нужен выполнять объем. За счет выносливости, в принципе, я могу это выполнять. Я думаю, что достаточно приличный, могу объем выполнить. Но опять же, соперник сейчас будет зависеть, конечно, как соперник позволяет будет играть. А так-то в 5 защитников, в принципе, я считаю, что вот именно это та схема, которая для меня вот именно идеальная, так скажем. Более выгодная, где раскрываются именно мои качества, мой потенциал как футболист. Спасибо, Андрей. С победой! Спасибо большое!